суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Ничего личного, Ваша честь. Сегодня ФСБ России сообщила о предотвращении терактов в Крыму. А вот, по версии следователей, представитель радикального формирования «Правый сектор» в Крыму Олег Сенцов. Трусость – самый главный, самый страшный грех. Предательство – это такая частная форма трусости. Несколько раз меня душили. Душили пакетом, сознание я не терял. Душили до почти обморочного состояния. Вот. Со мной тоже велись пытки вначале. Я был задержан не 11 числа, а 10-го. И перед официальными допросами, как бы, в здании СПУ Симферополя ко мне применялись пытки, избиения, унижения. Мне фактически не дают возможности общаться с родственниками. Я думаю, что у каждого человека нервы бы сдали. Я соскучилась уже. Алина, не плачь. Алина. Я, ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что им говорят. А зачем растить новое поколение рабов?